Сегодня благотворительный концерт для жителей Амурской земли, Амурской области. Естественно, тех людей, кто пострадали в это горе, в это несчастье, которое случилось. И мы считаем, что это будет достойно, будет молитвенно, потому что ну, они нуждаются в это в данный момент, в данный период. Духовность, духовно их поддержать. Для нас это долгожданный концерт, мы к нему готовились. Ну, во-первых, такой большой самостоятельный концерт для архиерейского хора и для Благовещенской епархии вообще-то первый раз. Раз это был первый раз, и такая хорошая проба, потому что зал был полный, и, можно сказать, ну, все принимали это вот, с такой любовью, с такими аплодисментами обильными. Я думаю, что мы будем участвовать в разного рода мероприятиях и городского порядка, и будем устраивать свои праздники.